Одной из важных сфер деятельности детской музыкальной школы имени Мили Алексеевича Балакирева является всестороннее развитие и эстетическое воспитание детей, самых юных жителей нашего города. Особое внимание уделяется взаимодействию семьи и школы. Каждый ребенок рождается талантливым, и никто из нас не сомневается в уникальности собственных детей. Давайте спросим себя, какими мы хотим видеть собственных детей? Как воспитать по-настоящему гармоничную личность? Как помочь ребенку стать творческим, уверенным в себе человеком? Отделение раннего эстетического образования детей, созданное в детской музыкальной школе имени Милия Алексеевича Балакирева, поможет вам в решении данных вопросов. На это отделение принимаются дети с 4-летнего возраста. Курс занятий рассчитан на 2 года. Занятия продолжительностью 30 минут проводятся по направлениям синтез искусств и ритмика для 1 года обучения, хор и музыкальная грамота для детей 2 года обучения. Все занятия развивающего характера помогают родителям подготовить детей к школе, дают возможность выбора направления художественного развития ребенка в соответствии с его желаниями, склонностями и способностями. На занятиях синтез искусств дети через различные виды искусства, музыку, поэзию, живопись постигают окружающий мир, учатся анализировать, сравнивать, логически мыслить. Синтез искусств включает в себя занятия оригами. Бумагопластика развивает мелкую моторику ребенка, память, мышление, интеллект. На занятиях ритмикой ребята учатся воспринимать средства художественной выразительности музыкального языка, передавать их в пение, в игре на детских музыкальных инструментах. Выпускники отделения раннего эстетического образования в дальнейшем с удовольствием продолжают обучение в нашей музыкальной школе на фортепианном, оркестровом, духовом, народном отделах. Ребята младшего школьного возраста имеют возможность учиться на всех музыкальных инструментах, а также учиться в хоровой капелле мальчиков. Обучение в музыкальной школе, несомненно, способствует всестороннему развитию детской индивидуальности. Уважаемые горожане, папы и мамы, подарите своим детям радость от общения с музыкой. Отделение раннего эстетического образования детской музыкальной школы имени Милия Алексеевича Балакирева открыто для ваших детей.